Ты удивил меня, капитан? Но не напугал. Отлично, теперь у меня есть пушка. О, я подобен Прометею, похитившему огонь у богов. С тобой ничего не поделаешь. Превосходно. Так, как твой щит вырубить? Начнем с простого. Я так думаю, это бесполезно. Так, сейчас будет взрыв. Спрячемся за роботом. Похоже на бесполезную трату времени, на самом деле. Я постараюсь сохранить твою голову, капитан. Для моей лаборатории. Уж спасибо, конечно, но я не очень хочу. Так, вот он опять взрывает. Отступаем вперед. А как ты к ракетам относишься? Вот я тебя кину... Ой, блядь, под себя почти что кинул. Неужели ты струсил? Блядь, ну уже распили, ну что такое? О, господи! Ты можешь распилить? Он сейчас сам там распилит уже. Пока я пытаюсь распилить. Нет, это не пилит нихера. Ну ладно. Так. Неужели, говорит, ты испугался? Вполне возможно. Да на самом деле нет, конечно, я шучу. Так, есть гранатки. Так. Сейчас будет взрыв, но это не страшно. Так, есть такое дело. Ты пытаешься ослабить меня? Но мой щит черпает силу прямо из священного Асгарда. Ты так думаешь? Не знаю, как с тобой драться, честно, но... На тебе еще, типа. Может быть, когда она взрывает, вот пока он так стоит, может стрелять по нему? Посмотри на себя! Я пытаюсь найти что-то. А мое оружие выковано из германской стали. Да-да. Моя броня из небес, понятно. Бредит, короче, старик. Бредит, причем по-страшному. Может, реально избегать его? Блять, как же он стреляет по мне? Тут херу избежишь его. О, пушка. Слышь, поехали. А что это? А, это вот эти штуки сбивать. Нет, 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 залезь, зачем я нажал на эту клавишу? Если тебя эти штуки подпитывают, тогда мы эти штуки, собственно, и выключим нахер. Раз, готова одна. Так, посмотрим, как ты, блядь, запоешь. Твоя жестокость безгранична, капитан. На борту этого цеплена честные, трудолюбивые, семейные люди. Неужели тебе нету ни стыда, ни совести? Какая чудовищная злоба. Блядь, кто бы говорил? Чья бы, блядь, корова мычала, а ваша молчала. Так, где еще один? Вот он, надо с той стороны забираться. Ты воюешь с судьбой? Безнадежно, блядь. Хватит убивать меня. У тебя будет там перезарядка сегодня или что? Или куда, или кого? Тихо. Ой, пизда, все. Не знаю, как туда добраться. Максимум. Не справится, говорит с рыцарем. А, тихо. На тебе гранату. Разменялись. Щит черпает силу в глубинах бури. Уи, какая. Какой он сильный, типа. Тихо. Попал разок, но ничего страшного. Я уже на месте, я уже тут. Вот если бы я попадал по этой штуке, это тоже бы давал ему какой-то урон там. Или он приостанавливался. Это было бы прекрасно просто. Так, где там следующее? Получается, с той стороны, что ли, совсем? Твоя. Не знаю, попаду или нет. Не попал, да? Ну, конечно, нет. Вот сейчас точно попаду. Попал же, блядь. Странно, как это происходит. Ага. Так. Перезаряжаться нету смысла. Сейчас будем думать. Где-то надо еще раздобыть ракету этих. То есть, ну вы поняли чего. Так, вот еще одну он нам зарядил. Можно мне, пожалуйста, проход здесь на всякий случай? Я не вижу, правда, где эта штука стреляла. А, она здесь прямо. Блять, а как до нее добраться? Не, нихера, она не прямо здесь. На самом деле я ошибся. Забей. Тупо забей.
До нее надо добраться, чтобы до нее добраться. Я не вижу, как до нее добраться, на самом деле, пока что. Опять взрывы за моей спиной спавнятся. Так, одна граната есть. Ровно одна. Давайте пока вот здесь вот по укрытиям походим. Вот так вот. Оп. Хорошо. Типа, ну один раз я ему дам прикурить. И что дальше? С этой стороны-то я уже все сделал. Вот здесь наверняка есть еще... Да, еще гранатки. Две штуки уже есть. Вот здесь вот, наверное, тоже что-нибудь интересное, верно? Еще гранатка. Ты задрал меня уже. Тихо-тихо-тихо. Должно было остановить его. Почему это его не останавливает? Да ёб твою мать. Где следующий это для выстрела? Я не могу понять никак. Ну, прям, блядь, а! Как же я так промахиваюсь-то? На! Вот сейчас под тебя прямо. Да почему? Есть. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Живи-живи-живи-живи, Бласковец. Последняя осталась, ну же. Я надеюсь, это та, которую мы не использовали. Потому что если это не та, то все, пиздец всему. Это та. Не знаю, их две, я надеюсь. Сколько у них штук этих? Готово. Безнадежно. Злодею не справится с рыцарем. Я видел только две. Еще один дирижабль упал. Ну, что поделать. Больше я дирижаблей в принципе не вижу. Я не знаю, куда еще идти, если что. У меня больше нет ракет. Если я сейчас буду спускаться, я буду спускаться прям под удар. Бам! Просто потому что могу. Так, мне нужно укрытие. Я не добегу до укрытия, я чувствую. Или добегу, но будет очень мало хп. Слушай, а вот не туда ли надо выстрелить? Похоже, нет. Но... Подожди, мне не центральная ли пушка нужна? Есть ли центральная пушка вообще? Я дотянусь? Не дотянусь. А что делать тогда? Как быть? Ну, ощущение, что вот надо по центральной херачить, потому что я вот вижу, она горит вся такая красивая. А этот парень все так же себя хорошо чувствует. Можно, в принципе, нырнуть вот сюда, попробовать как-то пробежать в ту сторону, там нет смысла. Надо вот до этой стеклянной бежать. А гранат нет, как бы. О, нормально. Когда в него стреляешь, он начинает закрываться. Как же тебя заставить заряжаться? Опять. Твой щит разрядить. У меня, кстати, сама пушка по себе еще заряжается. Живем, блядь, просто живи, 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 Бласковец, живи. Ой, блядь, какой плохой выстрел на самом деле. Но ничего страшного. Пережили. Пережили атаку. Так, теперь, внимание, вопрос. Что делать дальше? Как вырубить вон ту херовину центральную? У меня потому что вообще никаких пока идей нету по этому поводу. Так, обычную. Что здесь? Что здесь? Блять, откройте. Дайте посмотреть. Понятно, ничего здесь нет. Не открывают меня. Да-да-да, я понял тебя. Так. Хер с ней, короче. Не убивай, не убивай, не убивай. Не убивай, не убивай, не убивай. Я не знаю, что делать. Нету сил, не понять мне. Может быть, сейчас его гранаты заберут? На тебе. Нету щита! Здравствуйте. Он сейчас ухерачнет этой херней. Или его убьет. Да неужели? Неужели? Генерал, еще до захода к солнцу я приложу нож к твоему горлу. И заставлю тебя молить. Где ты, сукин сын? ХП мало, но... Я могу сдохнуть, надо быстро находить что-нибудь. Отлично. Сдохни, Швайцхаунд. Не знаю, что это значит, но мне дали ракетки, которые я применить не могу. Блять, тут все горит, ты что, псих? Давай-ка ты не будешь этим заниматься. Я подорвал немножко.
Он теперь до него урон-то доходит. Надо бы аккуратнее тут находиться, потому что, блядь, все нахер взлетить собирается, походу. Ты что, псих, сейчас все нахер подорвешь здесь? Я пытаюсь попасть, не знаю, куда я там попадаю. Ну, куда-то явно попадаю. Блин, мне дают патроны, но к тому, к чему, что использовать, я не могу. Так, хорошо. Он там крикнул, видать, это что-то на что-то повлияло. Можно пройти. Ну да, а можно сдохнуть, в принципе. Одно из двух, как вам больше нравится. Задрал. Сколько же тебя лезет-то, Господи Иисусе. Просто ж, я не знаю. Где он есть? Что с ним случилось? Он упал! Прощайся с жизнью. Да дай пройти-то, ёб твою мать. Сейчас он встанет еще. Вот же забавно это будет. Ну, здорово! Ты верно выиграл, капитан Бласковец. Этот очень хорош. Считай до четырех. Вдох. До четырех. Выдох. Я не стану на колени. Чудесно. Выпотрошу шестое. Ах, как я же ждал этого. Хорошо. Такой легковерный. Как он это сделал? Капитан, мы на позиции, ядерная пушка заряжена. Можно стрелять? Под портом стоит, станет женщина. Не дремя, держа свой факел с молнией внутри. Мать изгнанных. И с горьким. Их горьким. Воплем внемля. Бездомных. И замученных прими. Отдайте ей всех тех, кого гнетет жестокость вашего крутого нрава. Капитан, слышите меня? Стрелять можно? Стреляй. Но, судя по всему, вот он и Вольфенштейн, дорогие подписчики моего канала. Наконец-то, да. Спасибо всем тем, кто смотрел меня. Большое вам, ребят, спасибо. Это был Вольфенштейн. Мне все очень понравилось, было очень динамично. То, что как раз не хватало моему каналу, это песня, которую у меня могут забанить, ну, в смысле, страйкнуть на канале. Так что я прощаюсь с вами. Спасибо всем за внимание. С вами был Кронл. Всем удачи. Всем пока.